Ладно, снова я лазер. Так, сегодня у нас будет тема про обманщиков. Вот этого человека Оптимус Прайм. Я его пригласил в клан. Ну, как видите, тут, ну, нормально все у него, тут почти все эти достижения выполнены, и войска сами по себе тоже крутые. Так вот, когда он зашел, он написал «Аддам Ак». И тут, короче, у нас с какой-то Еленой пошел разговор. Тут он Оптимус написал «Супермен Ак нужен?» Я ему ответил «Да». Потом еще кто-то вступил. И потом он написал мне: заходи в Supercell, ID и электронную почту. То есть, смотрите, если бы я сейчас ввел электронную его почту, чтобы и он бы получил доступ к моему аккаунту. Да. То есть, этот человек полный обманщик. Да. Смотрите, тут он даже тоже писал: я уже Супермену отдаю, мне код на почту придет. Видите, я потом ему стал: Оптимус, напиши пароль под моим любым видео на канале. Заходи в настройки, ладно. И внизу кнопка Supercell ID нажимай. Потом я уже, конечно, догадался, и он, видите, покинул клан. Все. Вот такой вот обманщик. Надо вот вообще про него сообщить, что он тебя обманывает. Да, вот. Сообщим, что его электронную почту вы можете сейчас взять. Ну, а вообще, в крайнем случае, я ее оставлю в описании. И можете писать ему, что хотите, что он типа обманщик, все такое. Ну, а всем спасибо. С вами был Лазер. Всем пока, ребята. 1, 2, 3, подпишись на канал, поставь лайкос и посмотри видос. Подпишись на канал, поставь же лайк и посмотри видос, и будешь всё кайфос.